Наши партнеры, или уже можно сказать бывшие партнеры в некоторых странах, маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога. Пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила, уже много раз говорил, их никто не видел. Кто их написал, эти правила? Вот у себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но исследовать этим их правилам тоже не собираемся. И хочу поблагодарить целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей, предложен парламентской рабочей группой. И, конечно, ее нужно проработать. Сегодня в условиях экономической агрессии Запада парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда. Уже говорил в послании, что наша задача не приспособиться, не переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления, а создать базу, основу для долгосрочного, независимого, успешного развития нашей страны. Посмотрите на прогнозы международных тех же организаций, прогнозы по росту российской экономики. Так все более-менее стабильно у нас. Даже те, кто не хотели бы показывать эти перспективы, вынуждены это показать. И посмотрите на тех, кто создает нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе.